Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 августа. Я вот продолжаю разрезать томаты. И сейчас, вот вчера я вам показывала немецкий сорт Штраух. Он был в теплице. Сейчас они у меня, вот эти штраусята, все уже на моем разделочном столе. И вы можете посмотреть, смотрите, какие они стандартные, какие они действительно. У них очень хороший товарный вид. И вот когда я сказала, что в Германии их самый популярный торговый сорт, но я добавила, что я знаю это только со статей, из информации, сама не была в Германии. Люди из Германии уже вчера написали отзыв, комментарий, что действительно, да, мы, говорит, всю зиму в Германии едим сорт Штраух. Сейчас я разрежу, дегустация будет очень короткой, потому что все о нем, что могла, я уже сказала в предыдущих видео. Кто интересуется, можете найти видеообзоры, нынешние, прошлогодние, номер 144 Штраух. Простой томатик, самый такой обычный, трехкамерный. Вот такой у него внешний вид. Он плотненький, если его не передержать и сорвать немного недозрелым, то он очень плотный, он очень долго хранится. А если вы хотите, чтобы он был помягче, повкуснее и послаще, нужно, значит, подержать его подольше. Вот так недозрелый выглядит. Так, сейчас покажу, как переспелый выглядит, который уже мягкий. Вот так вот. На вкус обычный томатный вкус. Вкус обычный томатный. Я бы не сказала, что здесь какая-то поразительная сладость в нем присутствует. Но и кислятины в нем нет. Вот самый простой томатный томат. Сейчас я вам разломлю его. Ой, разломился неудачно, не очень. В одном месте остались семена, в другом. Но мякоть все равно, видите, крупенчатая, сахаристая. Так что он мясистый. Все равно для его веса в 100 грамм достаточное количество у него мяса. На разломе сахарный, вот такой крупенчатый. Значит, томат не водянистый, хороший. Все, вот это Штраух. Конечно, такие томаты на любителя. Кто-то любит огромные, большие, сладкие. Вот сейчас следующий будет алтайский оранжевый. Это вообще как ананас. Но вот для консервирования, например, для хранения, для перевозки. Вот просто самый простой этот томат Штраух. Урожайный, красивый, безотходный. Нет уродливых, нет трещинок. Вкус обычный. Вот это томат Штраух. Все.